Итак, привет всем. Сегодня у нас вот три посылочки. Я вчера говорил, что пришло несколько посылок. Сейчас мы их посмотрим. Давайте начнем с. Это у нас новая ручка от Xiaomi. Шла на 21 день почта Азербайджана. Вот так, накладная. Коробочка такая же точно, как и у старой, но ручка нарисована уже другая. Немного примята коробочка, какая-то грязь на ней чуть-чуть. Вот, давайте посмотрим, я ее очень ждал, 21 день шла она, и сейчас сверим с моей старой, которой я постоянно пользуюсь. Я купил много старого образца, а нового образца взял одну, посмотреть как. Надеюсь, еще будут акции, наверное, возьму еще, если мне понравится. Взял для сравнения старую ручку, которой я пользуюсь уже полгода. Это немножко тяжелее. Вот они по ходу очень похожи. Немножечко вроде... Да нет, одинаковые, полностью одинаковые. Просто это серебряная. И глянцевая вот эта вот штучка. И она холодная, металлическая, наверное. Здесь же пластик какой-то идет в старой модели. Хотел еще показать. У меня вот здесь, не знаю, будет как бы сфокусироваться. Вверху, видите, трещинка треснула. Старые. Ну, полгода я и пишу, чернила еще не закончились, все с ними отлично, очень мне нравятся эти ручки. Ручка нравится мне, давайте мы ее не разобрали, давайте разоберем. Вот так же. Пружинка. Паста, по-моему, такая же. Вот это из старой ручки, это из новой. То есть пасты отличаются. В сравнении еще заметил, у новой модели идет, отщелкивается штучка, ну, отщелкивается она самостоятельно, то есть есть небольшая автоматика, то есть когда ты начинаешь только, вот, дальше она сама отщелкивается. Здесь же нужно полностью ввести самостоятельно, но здесь короче ход, то есть здесь, наверное, четверть оборота ход, а здесь половина получается. Вот, давайте посмотрим, вот аж в ту сторону уходит. Ну, наверное, все-таки да, половина, здесь четверть, здесь половина. Вот, ну и давайте посмотрим, как она пишет. То же самое, как и у этой ручки, но мне кажется немножко тоньше, то есть, а в принципе то же самое. Вот на этом так, с ручками закончили, пойдемте дальше. Дальше у нас Mi Band. Mi Band с 4 сентября, покупал я его за 14,99 по акции, на 13 с копейками я не успел, вот, и купил за 14,99 на следующий день. Давайте посмотрим, кто-то из групп интересовался, китайская версия или интернациональная. Давайте попробуем аккуратно открыть и посмотрим.
разряжен. Сейчас немного заряжу его, посмотрим, каким цветом он горит. И так немного зарядил, чтобы проверил. То есть ремешок тут стандартный, все, браслетик тоже обычный. Все как и всегда. Вот, по поводу интернациональной или китайской версии я не знаю. Отличаются они, насколько мне известно, что здесь должна быть сертификация, маркировка у интернациональной версии, то есть для международного рынка. Здесь должна быть сертификация написана, здесь ее нету, то есть я предполагаю, что это китайская версия. И говорят, что светится немного светлее, да, то есть... Не знаю, будет видно или нет. Такой немного отличается цвет. Вот. В принципе, это как бы все отличия, насколько я знаю, я почитал в интернете, насколько, ну, это как бы между интернациональной и китайской версией, вот это только два отличия. В остальном всем функционале все они абсолютно одинаковые, и выбирать международную версию или китайскую, берите то, что дешевле. Все, с Mi Band мы тоже закончили, зарядка тут все стандартная, как бы... Все, не знаю, чего добавить еще. Ну и последняя посылка, это Powerbank 10 тысяч, не помню, там 12 с копейками я его покупал, вот, или может немножко дешевле, то есть это в самом начале акции я его покупал, тоже посылка шла где-то 16 дней, вот так это выглядит. С одного угла немножко примялась коробочка. Ну, давайте посмотрим. Mi Band у меня еще не было, я пользуюсь Lite Color 200, ой, сотой с батареей 18650. Это моя как бы батарея для того, чтобы, ну, как бы использую как в виде пауэрбанка, когда нужен. Ну, батареи не было, вот купил себе. Какая-то сертификация красивая. А, типа как проверить, не подделка ли это, ну, тоже на китайском. Инструкция, вообще ни слова не разобрать. Вот, ну, я так понимаю, пример, как должен выглядеть, как должна быть выглядеть наклейка с голограммой, чтобы понять, не подделка ли это. Проводок для зарядки очень коротенький, не знаю сколько, сантиметров, наверное, 20, 30 сантиметров, 34 это с полностью. Вот, пауэрбанк такой тяжеленький, Mi высечено, выгравировано. Вот здесь у нас характеристики. Вот, верхняя панелька закрыта вот такой вот штучкой, залеплена. Здесь мы имеем кнопку включения, заряжен наполовину. Вот, микро-USB и USB вход. Поддерживает он, здесь вот надпись Mi.com. Вот, поддерживает он, по-моему, для низкотоковых, зарядку низкотоковых устройств, таких как Mi Band, допустим. Для этого нужно там нажать два раза, по-моему, кнопку. Вот, мигнула лампочка, то есть для низкотоковых устройств на 2 часа. То есть мы двойной щелчок сделали, все, и пошла зарядка Mi Band на низком токе. Вот и, собственно, все. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь в группу в Телеграме, чтобы не пропускать свежие купоны, новости, акции и так далее. Там у нас уже целое сообщество организовалось. Всем спасибо, до новых встреч и удачных покупок!